Ну как же вы не слышали? Был звук такой, бум! Выстрел. Так ведь глуховат я. Вот. А с чего ты взяла, что выстрел это был? Да, Андрей Васильевич, жена вас не жалеет. Чего? Последние исследования британских ученых доказали, что хлеб с колбасой ускоряют процесс старения, уменьшают уровень тестостерона и вызывают агрессию. Лень, ты что несешь? Давай по делу. Так точно. Ты поговорил с коллегами Комаровой? Ну, у Комарова была девушка серьезной. Писала научную работу по искусству 15 века. И ни с кем особо не общалась. Но в последнее время за ней стали некоторые странности наблюдать. А именно? Ну, символы всякие рисовала. Как будто чего-то боялась. Опять же, это клеймо на ноге обнаружили. Секта? Как вариант. Говорят, похудела. Бледная была. Чуть ли в обморок не падала. И клеймо это в виде дракона с открытой пастью. Андрей Васильевич, а можно я голодный, как собака? А как, что этот-то? Тестостерон. У меня и так с ним перебор. Раньше-то тут краеведческий музей был. Вот. Потом, значит, новое здание отстроили, охрану новомодную поставили, а я уж здесь остался сторожем при галерее. Значит, вы музейный житель? Точняк. Искусство, как говорится, облагораживает человека. Вот и я за духовной пищей приехала. Хочу по музеям походить, стариной подышать. А почему именно к нам? А у меня приятель здесь был недавно. Вернулся в восторге. А жить ты где собираешься? Да здесь гостиница недалеко. Я туда и шла, и вдруг бум! Выстрел. Вот заладила со своим выстрелом. А ну-ка пошли. Куда? Куда? Давай, давай, выходи. Надо поднять все контакты Комаровой. Может, ее кто-то подтолкнул к самоубийству. И дракон. Андрей Васильевич, может, дракона на завтра оставим? Башка уже не варит, если честно. Ох, Лен, тебе надо было в ЗАГСе работать. Там самый короткий рабочий день. Ну, убедилась. Трупов и раненых нет. Извините, нервы. Все вы сейчас больно нервные. Ну что, чайку еще? Нет, мне еще гостиницу надо искать. А что ее искать? Вон она, прям за углом здесь. Проводить? Нет, я сама. Можно я только у вас чемодан заберу? Ну, пойдем. Thank you.
Андрюш. Ты уверен, что мы все правильно решили? А мне кажется, что ты где-то летаешь. Не со мной. Прости. Прости, я задумался. Просто дело такое сложное. Я чувствую, что что-то не так. А ухватить не за что. Самоубийство художницы? Вообще-то она искусствовед. Я где-то читал, что вот на ушах есть такие точки. Если на них давить, то успокаиваешься и сразу засыпаешь. Причем навсегда. Что случилось? А? Эрдель, это ты сказал Дорохову, что Илья вернулся? Ну, это же не секрет. Он меня спросил, как дела, и я все рассказал. А про Сашу? Ну зачем надо было рассказывать про все эти ее расследования? Бог с тобой! С чего ты взяла? Дорохов ей отказал. Сказал, что не хочет связываться с криминалом. Абсурд! Я наоборот рекомендовал ее как лучшего реставратора в Москве. Ни слова о криминале. С чего это он взял? Вместо Саши будет работать Илья. Вот как! Проходите, проходите, пожалуйста. У нас есть совсем свежие работы. Это вся выставка? Пока да. Но мы готовим новый проект. Думаю, что через месяц покажем. Что это будет? Пока секрет. Жалко, я не увижу. Буду в Париже. Пригласили на реставрацию. Ого. Вы художник? Ну, сама редко пишу, в основном реставрирую. А сейчас... Пригласили работать с гобеленами. А к нам какими судьбами? Город красивый, спокойный. Думала пописать на пленэре. Давно не писала. Да, и друг у меня был у вас на выставке. Гобеленов. В нашей галерее? Нет? Мы никогда не выставляли гобелен. Значит, я что-то путаю. Привет, Илюшенька. Нет, как хорошо, что это ты. Что, не идет? Да. Все не то. А ты не спеши.
Приглядись, прислушайся. Как раньше говорили, почувствуй картину. Ее настроение, дыхание, эмоции. Пойми, в последнее время я создавал свои чувства, а не латал чужие. Я отвык реставрировать. Может, дело в другом? Может, не работа виновата, а? Да, ты прав. Все как-то сломалось, изменилось. Нужно начинать все сначала, заново, а я не могу. Это очень трудно. Одному очень сложно пережить горе. Вы с Ольгой пытаетесь бороться с болью в одиночку, но это ваша общая беда. Надо прожить ее вместе. Надо помочь ей. Илюш, ей очень тяжело сейчас, очень. Я знаю тебя, знаю. Но у меня как будто все выжгли изнутри. Как будто эту ниточку взяли и перерезали, и все. И пустота. Так бывает, я понимаю. Словно одним своим существованием упоминаете друг друга о потере. Да, ты прав. Я не знаю, что с этим делать. Я ничего к ней не чувствую. Ничего. Если хотите, я могу вам показать отличное место для работы. Ну, вы же сами сказали, что давно не писали на пленэре. А, вы про это? Да, я буду рада. Тогда давайте в обед. 2 часа. Идет? Прекрасно. Не смей больше появляться в моей жизни. Ты и так уже разрушил все, что мог. Не смей! Как вам? Очень красиво. Как раз то, что я искала. Что? А вы давно пишете? С детства. Но в художку не пошла, побоялась. Теперь вот жалею. Ну что? Здесь? Ну, еще не поздно? Да нет, уже поздно. Галерея, выставки, презентации, все на мне. Я дома-то не бываю. А как же личная жизнь? С этим все сложно. Вот недавно с парнем рассталась. Из-за работы? А? Нет-нет, там другое было. Саша, вам какую бумагу? Для пастели, пожалуйста. Угу. Кать, а что у вас с рукой? Обожглась. Спасибо. Лень, что ты здесь видишь, а? Галочка в кружочке. А вот здесь, на линии круга. Мазня. Мазня. Вроде как голова дракона, да? А вот здесь прям как будто у него пасть открыта. Андрей Васильевич, вы как на кофейной гуще гадаете. Ну, не кисточки же нарисованы. В том-то и дело. Лучше бы кисточкой нарисовали. Проще и понятнее было бы. Кому она оставила этот знак? Зачем? С
Саша, а так странно, а с чего вы взяли про гобелены? Тот ваш знакомый, он кто? А, он коллекционер. Приезжал сюда к родственникам, зашел в музей, увидел гобелен. Угу. А как его зовут? Знакомого? Угу. Владислав. Нет, точно нет. Какая-то ошибка. Значит, нет. Да я сама уже забыла. Вообще хорошо у вас здесь. Тихо. У вас всегда так в городе тихо? Нет, у нас бывает по-разному. А убийства случаются? Наверное. Как и везде. Значит, случаются. Я вчера слышала выстрел. Около галереи. Вы уверены? Уверена. Видели кого-нибудь? Чья-то тень мелькнула. Тень мужчина, женщина? Не разглядела, темно. Ну, знаете, у нас иногда бывают разборки в городе. А если трупов нет, полиция не обращает внимания. О, Саша, мне бежать пора. Обед уже 5 минут назад закончился. Красиво. Дарю. На картинах Комаровой у нее дома тоже изображено много разных драконов. Я думаю, все это как-то связано с историей живописи. У них же все время там скрытые смыслы, подтексты. Она как раз 15 век изучала, а там этого добра как грязи. Да, без хорошего специалиста нам не обойтись. Нет. Андрей Васильевич, ну вы же понимаете, что Александра Николаевна для нас как воздух. Леня, я же сказал нет. Может, Александра Николаевна и гений своего... Извини, что без звонка. Андрей, мне надо с тобой поговорить. Срочно. Ситуация странная. Менеджер галереи говорит, что никаких гобеленов у них не было. Но ведет себя очень подозрительно. А с чего вы взяли, что я на нее давлю? Я вообще на нее не давлю. Ну, мне же надо как-то узнать про этот гобелен. Влад, у каждого свои методы. То есть как проникнуть? Взломать замок? Вы хоть понимаете, что это подсудное дело? Мы так не договаривались. Нет, я не это имел в виду. Просто нужно быть осторожнее с этой Катей. Мягче. Я не хочу, чтобы вы привлекали к себе лишнее внимание. Что? Какой выстрел? Почему вы так уверены? Может быть, кто-то баловался? Александра Николаевна, я в любом случае прошу вас ни во что не влезать. Я все понимаю. И тем не менее, будьте осторожны. Да, по-идиотски как-то получилось. Да пациентов не было, и со смены раньше отпустили. Хотела тебе сделать сюрприз. Вер, хватит себя ругать. Сюрприз получился. Я действительно не ожидал. Да уж. Это было видно по твоему лицу. Ну да. Андрей, я... Все, не могу поверить, что... Ты рядом. Мы вместе.
Знаешь, я иногда так страшно, я думаю, приду домой, а тебя там нет. Что я скажу Митьке? Пожалуйста, я понимаю, это сложно. Но мы должны начать доверять друг другу, иначе да. Ничего не получится. Ты сведешь с ума себя, меня. Слушай, хорошо. Я здесь. Я с тобой. С Митькой. У нас семья, я никуда не собираюсь. Пожалуйста, не спрашивай меня о нем. А кого? Кого я должен еще спрашивать, если не тебя? Парень пропал, и никто не знает, где он. Я тоже волнуюсь. Ну что мне сделать? Идти искать его? Хорошо, куда? Телефон у него выключен. Сам он тоже не звонит. Потому что не надо было хвостом крутить со всякими. Такого парня упустила из-за этого. Ну все, хватит. Это мое дело, и моя жизнь никого не касается. Подожди. Что еще? Приезжая сказала, стреляли вчера. Ты это к чему? Не знаю. Может, опять твой полюбовник объявился? При чем тут это? Вчера в магазине вон склад подожгли. Может, тоже он? Ты почему не берешь трубку? Я звоню уже третий час. Вышел на улицу тебя искать. Батарейка села. Наверное. Оля. Что с тобой? Что происходит? Я жить больше не хочу. Я думала, мы справимся. Сможем все пережить. Думала, у нас получится. Просто сейчас самый трудный период. Шок, он ушел, а боль, она осталась. И воспоминания, мысли там всякие. Но ведь это же еще не конец, а? У нас с тобой вся жизнь впереди, Оль. В том-то и дело, Илюша. Все могло бы быть иначе. Если бы ты любил меня. Но что мне делать, если я не могу без тебя? Прости меня. Пожалуйста, прости. Все будет хорошо, слышишь? Я тебе обещаю. Я сам не понимаю, что со мной. Это какая-то эмоциональная кома, но... Но ведь это пройдет. Товарищ капитан. Ты что так долго? Да я сначала соседку Комаровой опрашивал, а потом в пробке стоял. Что нарыл?
Значит так, в день смерти Лиды от нее уходила женщина. Ага. Это соседка рассказала. Здравствуйте. Подругу Комаровой никогда не видела, а в этот день такое. Во сколько это было? Ну, ближе к вечеру. Так. Комарова, согласно экспертизе, погибла между 8 и 11 часами. Сходится. А приметы? Почти никаких. Там в подъезде свет плохой, и у соседки зрение слабое. Ясно. Ладно, на сегодня отбой. Завтра подумаем об этом. Что ты делаешь? Мне лучше уехать. Это плохая идея. Зачем я тебе нужна? Ты мучаешь и меня, и себя. Я тебя очень прошу, не уезжай. Илья, ты никогда ее не разлюбишь. Ты нужна мне. Это правда. Прости, я не готова сейчас. Только ты никуда не напугала. Ты что? Ты это откуда несешься?
А вы чего здесь? Чего-чего? Сон нагуливаю. Так что случилось-то? А ничего. Я в гостиницу иду. Просто у вас это темнеет резко. Страшно. Странный ты. Всего боишься. Проводить? Нет. Не надо. Я сама. Здесь недалеко. До свидания. Привет. Позвонил. Я как раз от вас к Альбине заходил. Прошел небольшой ликбез по искусству. Каким ветром? Здравия желаю. Не. Мне нужна твоя помощь. Моха. Здравия желаю. Ну, не знаю, не уверен. Вообще, с реставраторами я закончил. Я понимаю, ты обижен. Я тогда отказалась, но... Здравствуйте. Просто мне действительно не хотелось больше этим заниматься. Из-за этого никак не складывается моя работа. А потом мне пришлось взяться за одно дело. И теперь так получилось. Он... Андрей. Извини. Да. Слушай, товарищ майор. Я сейчас буду. Извини, начальство. Андрей! Александра Николаевна, как продвигаются наши дела? Что за бред? Какое преступление? Кого убили? С чего вы это взяли? Не надо ничего предполагать. Это нас не касается. Я прошу вас, займитесь гобеленом. Гобеленом. Остальное дело полиции. Да, вот еще что. Ладно, об этом потом. Я позже перезвоню. На работе сказали, что у Комаровой подруг не было. Она была помешана на этом 15 веке, и ничего более ее не интересовало. А кто же тогда к Лиде в день убийства приходил? А как узнать? В доме камер нету. Консьержа тоже. Вообще очень странно. Подруг не было, любовников не было. Молодая женщина. Как так? А, вот еще. Одной тетке в школе искусств показалось, что у Лиды тайный роман, который она тщательно скрывает. С чего она это взяла? Ну, говорит, Лиде иногда кто-то звонил. Она при всех трубку не брала, выходила. С работы стал раньше уходить. Да ерунда все это. Я видел список контактов. Все звонки по работе. В СМС ни слова о любви. Ни намека на роман. Хотя Альбина говорила, что у дракона множество значений. Одно из них – дракон – это символ мужской энергии, страсти. Дракон, побеждающий смерть. Император. Сын неба. Властелин. Чего? Короче, долго объяснять. А, Леня, давай дуй на квартиру Комаровой, обнюхай каждый сантиметр. Если был роман, должны быть улики. А знаешь, о чем это говорит? Он тебя любит. Потому и отказал в помощи. Странная логика. Ничего странного. Ему тяжело тебя видеть. Это возбуждает в нем
прежнюю страсть. Мне сейчас вообще не до страстей. В Серпухове происходит что-то странное, я одна не разберусь. Ну а почему ты не пошла к местному следователю? Да, и что я ему скажу? Про пятна крови? В гараже любой может пораниться, там же инструменты, машины, всякое такое. Вот именно. Может, и правда, зря ты паникуешь. Альбинчик, у меня на эти вещи нюх. С таким нюхом хорошо на пограничном контроле работать. Я все изучила. Вероятность того, что существует еще несколько гобеленов из этой серии, действительно есть. И сколько же их? Никто не знает, но пока мы ищем седьмой. Искусствоведы полагают, что 6 гобеленов, представленных в музее Клюни, олицетворяют собой человеческие чувства. Ну, там, зрение, слух и так далее. А седьмой? Вот. Вот это вопрос. Версий много, информации мало. Кто-то считает, что седьмой гобелен – символ непорочности. Другие уверены, что автор изобразил там муки страстей. А сюжет? Сюжет как примерно известен? Ничего. Ничего конкретного. Тебе надо к Корделю обратиться. Кажется, у него был знакомый специалист по гобеленам. Точно. Хорошо, что ты сказала. Но сначала мне надо съездить в Серпухов и узнать, что там происходит. Вот упертые. Да пусть они сами разбираются со своими выстрелами, кровью. Но оно тебе надо. А если там человека убили? Ты безнадежна. А что говорит твой заказчик? Говорит, чтобы я не вмешивалась. Правильный мужик. Советую тебе к нему присмотреться. Да он мутный какой-то. Загадочный. Если честно, я вообще не уверена, что он существует. Таинственный фаун, сошедший с гобелена и доживший до наших дней. Скорее, привидение. Весь в черном, бледный. В квартире полумрак свечи. Фантом? Че ты испугался? Твой призрак звонит? Возьми себя в руки и непринужденным голосом скажи: «Алло, кто это?» Алло? Андрей? Мне надо с тобой посоветоваться. Кажется, я опять вляпалась в историю. Кто еще заплачет? Альбина. Передай ему, что если ему снова понадобится моя консультация, мой телефон не изменился. В общем, если по порядку, тут такое дело.
Вот. Вот здесь. Вроде все так же, как и вчера. И замок был открыт. Товарищ консультант, это очень неосмотрительно. Научись никогда не оставлять следов, хорошо? Похоже на кровь. Да, похоже. Сейчас тут это железяка была. Тяжелая. На, подержи. Давай. Фу. Похоже, несколько дней здесь лежит. Надо местных вызывать. Ты сам не можешь? А я-то здесь каким боком? Мой отдел в Москве. Меня сюда просто не допустят. О, Леня. Вовремя, как всегда. Да. Давай выйдем. Да, Лень, слушаю. Андрей Васильевич, тут у нее какие-то странные статьи о блудницах. Я прочитал, у меня волосы дыбом встали. Оказывается, их вешали. Поджигали и даже колесовали, вот. Нет, не все. Я еще нашел билет из Серпухова. Датирован как раз днем смерти Комаровой. Да, Лёнь, понял. Все, давай, отбой. Просто мистика какая-то. Что случилось? Похоже, все дороги ведут в Серпухов.